Всем привет, ребята, с вами Джесс, и сегодня мы с вами продолжаем дальше выживать Майнкрафт с модами. И сегодня очень волнительная серия, так как в этой серии мы сегодня сделаем, наконец-то, ракету вторую, и отправимся опять в космос. Сегодня уже, наконец-то, полетим, я все-таки доделал эту всю вещь, я уже тут, видите, немножко так подготовился. Вот, и, как всегда, по старинке начинаем с задания, ачивка. Ачивка сегодня такая, сделать лазерный бур. Мне писали в комментарии, типа, сделай лазерный бур, потом писали, типа, у него есть лазерный бур. На самом деле нет. В общем, сегодня будем делать его. Это наше задание. Вот, в общем, как его делать? То есть нужно две красных пыли. Так, Майнкрафт, не лагай. Значит, две красных пыли. Потом композит. Он делается, сейчас вам покажу. Он делается вот так вот сжатого. То есть вот этого сжатого. То есть вот так вот. И нужен улучшенный электросхема. То есть он делается тоже недорого, нормально. И, конечно же, кристалл. Кстати, который у меня еще заряжается наверху. Сейчас мы сбегаем за ним и заберем его. Наконец-таки. Так, давай-ка раз. Да, вот он есть. Еще не зарядился до конца. Почему? Тут сколько осталось? Ладно, пусть будет наполовину заряжен. Даже больше половины заряженный, потому что у меня нет просто времени, чтобы все заряжать. Честно, ребят говоря, я сегодня не спал, я очень волновался, переживал, как будет, как пойдет серия, чем мы сегодня займемся, мы сегодня полетим, не полетим. Так что, ребята, поддержите меня, пожалуйста, лайком. Я не знаю, очень волнуюсь, чтобы в следующей серии выживем мы там или нас, в общем, разбомблять. Не знаю, в общем, я очень переживаю, волнуюсь. Ой, господи. В общем, наконец-то мы сделали. Вот, то есть, вот такой вот крафт. Вот так мы положили, все это дело. Либо энергетический кристалл должен быть пустым. Получается, бур у нас будет пустым, либо мы его должны потом с бур положить и зарядить. То есть без этой полоски зеленой он будет. Вот такая штука. То есть тут на 2000, а тут не зарядился он до конца. Ладно. В чем-то подвох, но мы его забираем. Вот такая интересная штука. Как же он работает? Давайте я вам покажу, собственно. Так, дверки щелк. Блин, надо в какую-то пещеру, скорее всего, спуститься. Наверное, в ту. Так, вот, мы наконец-то спустились, добежали. Так, куча опыта, куча все это дело забираем. Оно нам пригодится. И как он работает? Как он работает? Давайте я вам покажу вот здесь. То есть правой кнопкой мыши, и он стреляет. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Вот такая штука, то есть очень офигенная. Также можно переключать режимы как-то на М, кажется, или на 2, я не знаю, вроде можно переключать. Нет, нельзя. Тут, наверное, надо в настройках, наверное, полазить. Но, в общем, он работает, это хорошо. Он сносит хорошо блоков, так что эту штуку я, наверное, заберу с собой. Итак, все, я положил то, что нам сейчас не понадобится, и то, что понадобится, я взял. В общем, как мы, собственно, будем делать наше основание ракеты? То есть для этого нам нужно сжатое, а метеоритное железо. В общем, все. То есть сжатое железо, метеоритное. Нам, короче, нужно метеорит, сжатый нам нужен. В общем, так. Попросту буду говорить, ложим его сюда и рядышком ложим слева сверхпрочное покрытие. То есть, и получается, у нас сейчас оно сжимается. Вот, я слышу удары. По-моему, вот, и как раз под удар сделан сверхпрочное покрытие Tire 2, то есть для ракеты второй. Таких штук нам нужно 9 штук. Пока это будет все делаться, мы идем на первый этаж, дабы не слышать эти звуки. И меня писали и просили в комментариях, чтобы я показал, как делать парашют. Как же делается парашют? Полотно, нам нужно полотнище, делается оно в принципе так. Три полотнища, внизу ложим вот таким вот образом, как стрелочкой вниз, нить. Получается у нас парашют белый, обыкновенный, одна штука. Берем лаймовый краситель зеленый, я буду делать зеленый. Что-то такое с цветом случилось. Блин, что ты показываешь мне не то, что оно. В принципе, он делается так, или с вот этой штуки, которую в принципе найти можно в аду. Или из этой, но это недорого там переплавить, и вот... Это с цветочка как делается. В общем, ну можно любого цвета. То есть можно красного, там мак, это будет намного менее экономнее. Но я просто решил зеленым сделать цветом. Он мой как любимый, тоже зеленый цвет, как и синий. В общем, вот у нас есть парашют. Ложим сюда парашют. Ложим рядышком лаймовый краситель зеленого цвета. И получится у нас парашют светло-зеленый парашют. Светло-зеленый. Я думал, он просто зеленый будет. Ну как светло. Ну ладно, в общем, такой яркий зеленый. Также давайте теперь наконец-то оденемся. Вот это место для галактикрафта у нас пустое, так что давайте одеваться. То есть на чем мы будем спускаться вниз. И дополнительные... Это ван. Вот у нас парашют, но я еще сделал один. То есть здесь я тоже разместил уже довольно-таки много всяких полезных мне плюшек, ресурсов, которые мне нужны. И баллоны, конечно, я тоже положил. Кто-то мне писал в комментарии, что используй по одному баллону, что будет расход меньше. На самом деле, вроде бы как нет. То есть так будет 25% с одного баллона идти, а так оно делится пополам. То есть, ну, мы дольше будем дышать. В общем, ладно, давайте этим не будем сейчас заморачиваться. Сделали максимальные баллоны, я их зарядил, закачал воздухом. Остальные же штуки я забрал с собой. Конечно же, на планете Земля
земля, то есть не видно, насколько шар большой, как он раздувается, но я взял саженцы, землю и костную муку. Да, ребята, чуть не забыл, чтобы это все дело там, а не листвой, знаете, украшать. Так, наверное, будет более практичнее и удобнее и лучше, скажу вам я. Ну и, конечно же, наш кислородную маску одеваем, нашу кислородную маску. Ну и, конечно же, частотный модуль, чтобы все было нам слышно. Вот, так что, кстати, ребят, честно, не знаю, там вот, когда мы спускаемся, там вроде бы как очень много мобов получается. Так что, если что, нам придется тогда выключить сложность и хотя бы как-то расселиться, потому что очень много и очень трудно будет хоть лампы поставить, там как-то начать, то есть раскручиваться. Также мне нужен будет камень, довольно-таки много камня, наверное, надо будет взять пару стаков, чтобы это все кубиком разложить, чтобы меня там не забивали. Так что я сейчас, наверное, еще за камнем сбегаю, но перед этим я вам покажу еще один интересный крафт. Вообще тут их много. Покажу крафт, то есть берем молоко, ведро молока и сырок, который мы добывали на Марсе, то есть куда мы там летали, да. В общем, вот так вот раскладываем по кругу, и получается у нас блок сыра, то есть вот такой вот сырный пирог, можно сказать, одна штука, ведро нам отдается обратно, потому что он не входит в рецепт и в ингредиент данного сырного блока. Ну, я буду его называть пирог. И, в общем, это как торт, имеет форму торта. Собственно, такая штука пополняет жизнь не знаю сколько, но я себе сейчас бить не хочу, чтобы это съесть. Ну, и показано как торт, такая штука. В общем, такие дела. Что еще хотел вам показать? Ой, да, нужно сделать также свои факелы на той, на другой планете. То есть факела обычно наши не работают. Придется делать более продвинутые факела. Вот такие вот. Факел светящегося камня. То есть именно этот факел будет освещать нам территорию, а не редстоуновский наш факел. То есть он там вообще не показывается никак. Так что я сделал максимум. Факелов мало не бывает, уж поверьте мне. Уж поверьте, мало факелов в Майнкрафте не бывает. Так, и что еще хотел вам показать? Так, сейчас, как же там было? Давайте попробую вспомнить. Ложится как... Сейчас. А, я туда все штуки забрал, кажется. Нам нужно, в принципе, пару штук сюда забрать и сейчас в рецептах посмотреть. Кажется, по бою курантов у нас вроде бы все доделать. Да, 26 пластин у нас есть. В конце концов... Я, кажется, переборщил с пластинами. Слушайте, я вроде бы все положил пластины. Наверное, я зря так много... Или я все потратил пластины, что, кстати, будет... Блин, сюда не положишь. Absent. What the fuck? А, смотрите, то есть вылетают такие штучки, интересно. А почему заблокировано? Я же разблокировал. What the fuck? Наверное, сборка что-то лагает. Давайте я сейчас, ребята, скорее всего... Блин, я не знаю, что за бред. Давайте я сейчас попробую переустановить, потому что она мне работала. Я смотрел, сколько мне нужно будет. Это, наверное, со сборкой. Я просто ее переустанавливал уже. Давайте сейчас пауза, ребята. Я сейчас попробую все это дело переустановить сейчас. Итак, ребята, наконец-то я разобрался с этой штукой. Немножко, да, эта штука баганула. В общем, Майнкрафт немножко вылетел потом. В конце концов, мне после второго запуска некоторые вещи пришлось переделать заново. В общем, я сбил опять железо. Вот, слава богу, то есть все получилось восстановить нормально. Надеюсь, больше она не вылетит. Таких косяков не будет. Так, в принципе, я нашел ракету. И теперь я вам покажу крафт дальше. То есть я немножко тут, вот, да, видите, оно слетело и пришлось доплавить дальше. В общем, то есть крафт какой? Сейчас вам покажу, все будет проще, когда мы будем смотреть на какую-либо ракету и смотреть, как ее крафтится. Как она крафтится. То есть тут нужно сжатое железо, потом сверхпрочная сетка и вот этот еще два. То есть желтая шерсть и оловянная канистра. Оловянная канистра, желтая шерсть. А, тут подвеш не получится делать, ну хорошо. Так. А, нет, тут получается как по одному же, правильно? Тут получается по два. И внизу как две сетки у нас будет торчать. Хорошо. Раз. И нужно будет второй положить. Что мы там ложили? Оловянная канистра. Окей. Второй мы забрали. Теперь дальше мы делаем как конус данной ракеты. Это у нас будет с факела состать. Это у нас обтекатель, господи, что со мной сегодня такое происходит? Это все, ребята, из-за жары, так что, блин, честно, я вообще сегодня никакой, прямо расклелся вообще. Тайр 1, нет, тайр 2, вот, рокет есть. Значит, дальше, теперь нам нужно сделать ракетный стабилизатор 10125. Делается он по такой схеме, железо у меня есть, слава богу.
Правильно, вроде я короче. Вот там нужно нам 4 штуки таких. Ага, вроде так. Вот это нам не надо. И вот так, да? Угу. Надеюсь, 4. Так, раз. Тут так вот факт, мне что, не хватило, что ли? Так, 4, все. Ух, я просто волнуюсь. А, блин, потому что. Ой, не каждый день летаешь, что все-таки. Серьезно, что-то разволновался. Так, блин, еще это жара. А, не к месту. Тайр. То, окей, значит, нам нужно 4 и ракетный двигатель, Tire 1, 10 тысяч. А, значит, прочное, сверхпрочное покрытие, сетка, зажигалка с этим самым. Или можно сделать через... А, в принципе, как бы, то есть оно показано, что или сюда можно положить кнопку, без разницы. Ну что ж, давайте тогда. Покрытие. Подождите, а сколько там нужно было покрытия? Ну-ка, ну, мне что, уже не хватает, что ли? Absent... Блин, а серьезно, вроде не хватает. Мне сейчас придется делать, что ли, покрытие. Прикиньте, в одно, то есть мне не хватает ровно одна штука. Может, я куда-то его сюда положил? Нет, тут у меня только закатчик за компрессор. Это у нас компрессор. То есть у нас получается, в принципе, все сделано, кроме... Так, кроме вот этой штуки. Значит, да, нужно еще одну тогда сделать. Фух, тогда давайте я сейчас пойду посмотрю. В карьере вроде бы все там подоставал. Сейчас попробую сделать, если у меня еще осталось. Попробую сейчас одну. Пипец, вот как тогда мы летали, нам тоже одной штучки не хватило. Или двух сверхпрочных покрытий. Вот делал и опять не хватило. Что ж такое, ребят? Ну сейчас давайте прервемся на паузу, пока я пойду сделаю эту штуку. Да вот, собственно, и все, ребята. Наконец-то мы доделали эту всю, почти, так сказать, ракету. Сейчас мы доделаем до конца. И да, я совсем забыл, что я могу сделать сундук. Надо хоть один сундук, но поставить. У меня где-то было дерево, где-то было здесь наше дерево. Сейчас давайте мы сделаем сундук. Надеюсь, там вроде бы из 9. А у меня тут дерево валом просто... Есть. Один сундук я сделаю, чтобы поместить какие-либо вещи туда. Это было намного, это будет удобнее. И вообще мне нужно сделать потом будут сундуки или золотые взять. Я зря на той планете оставил сундуки. Так что ж, я смотрю, не туда надо, здесь крафтить. Так что момент истины, ребят, настал. Давайте крафтить. И да, ребята, большое спасибо за то, что мне написали комментарий, что третью ракету сделать нельзя. Там можно дальше сделать только луноход. Будет вот этого, да. То есть, как бы, все, вот такие дела. Ладно, теперь все это дело раскладываем. Смотрите, раскладывайте так, как у меня. Вылетают также искры какие-то непонятные, когда мы крафтим. Ракетный двигатель мы ставим тоже. Тут, в принципе, все мы это тоже дело заставляем. И давайте сейчас уже положим вот эти вот ракетные стабилизаторы. Голова ракеты, буду так ее называть. Вот эти штуки ускорители, потому что мы летим еще дальше. Вот, собственно, и все. Ложим наш сундук на 18 слотов. Tire 2, Rocket. Вот он момент истины. Ну что же, левый клик, и ракета у нас в руках. Бом. Супер! Скриншотте, ребята, пишите твиты, не знаю, напишите комментарии. Просто мы сделали вторую ракету, она тяжеленная. Я прям даже присел. Офигеть! Это прям супер, не знаю, мы сейчас так тысяч все сундуки будем сбивать нашей головой ракеты, просто супер, мы прям довольны, не знаю, довольны, как, не знаю кто, так что давайте под такую эпическую музыку и спускаться вниз, которая должна быть, но я ее не включила. Вау, не, супер, просто я уже хочу ее установить, также мне нужно взять... я совсем забыл, мне нужно... А, есть ракетная вот эта вот штучка, чтобы можно было поставить ракету, собственно. Надеюсь, она не стакнется. Давайте, левый клик, давайте попрыгаем так. Поехали. Она опять стакнулась, да что за... Ну давайте, ладно, давайте сделаем так. Я знаю один прикол, можно типа ее сбить. Вот. С шифтом. Нет, почему-то тоже какая-то... Давайте еще раз. А что за бред? Ты что, издеваешься? Подождите, давайте возьмем этот топорик. Я уже опять хочу есть. Сейчас, ребят, давайте поедим. Надеюсь, мы за эту серию успеем полететь на Луну, потому что я, честно, хотел полететь. Так. Что за what the fuck? Это какой-то баг, серьезно. О!
Все, она у нас пропала из рук, как вы видите, она пропала, то есть мы можем сесть в ракету, но она у нас пропала, это очень даже хорошо. Так что все, ребята, дюб просто, то есть сели в ракету, и она у нас пропала. Это хорошо, это замечательно. В общем, все, панель я с собой захватил, как вы видите, еду сейчас заберу, сетка у нас еще осталась. В принципе, все, ракета вторая сделана, просто супер, блин, классно, это тоже одна из была из моих ачивок, я сделал. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц, так что сегодня полетим, я реально рад, ребята, да. Довольный, супер, прям мега. Надо было торт съесть или забрать с собой. Ну ладно. Ну что ж, теперь давайте все покидаем ненужное сюда. Сыр я оставлю тоже, думал, он мне не нужен. Панельки у меня еще немножко осталось, нам тоже не нужны. Флаг мы заберем, штука она не нужна. Нам бур мы заберем, чтобы подколупывать что-либо. Не надо, не надо, не надо, не надо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, в принципе, все. Ля-ля-ля-ля-ля, это нам тоже не надо. Стрелы нам не нужны, в принципе, у меня стрел очень... У меня столько ресурсов, у меня этих баллонов столько, я не знаю, куда мне что делать. Я понаделала столько этих зажигалок, я их даже повыкидывал, вроде у меня здесь еще. Вот, стрелы потом будут. Что не надо, я просто выкидываю. Батарейка, сундук у нас даже есть такая что... Ого, это... А, он тут пустой. В принципе, я его тогда с собой брал, так что мы можем, наверное, его с собой взять, покидать какие-то либо сюда ресурсы. Вот таким вот нехитрым образом, надеюсь, это все дело у нас не выпадет. Из штанов, из карманов. Так, надо сейчас взять с собой еду, и можно отправляться в путь-дорогу. Побольше еды, зелька возьмем, яблок золотых есть. Давайте сделаем еще, ну и картофана, конечно. У меня было золото наверху на втором этаже, так что уж... Давайте используем его с целью. Да, все ресурсы мне тут закончили, к сожалению. Но ничего, это все, в принципе, хорошо. Ресурсы пошли на дело, а не куда-то там. Так что немножко не хватило железа, то есть золота. Ну ладно, не беда. Не беда. Яблоки у нас тоже есть. Три золотых, мало, три золотых яблока только. Ну ладно, мне лень дальше искать эту еду. Просто все мы сюда возьмем. Кирки всякие, топоры. Сейчас мы это все, что надо, с собой еще возьмем. Может, даже лук с стрелами мы заберем. Бур я тоже, наверное, возьму. Удочка нам не нужна. Кирку я с собой классную возьму, скорее всего. В принципе, как бы все. Броня у меня есть. Есть. Тут я тоже, в принципе, оделся. Тут у меня тоже есть, только я с собой меч возьму, чтобы он мне был в руке, мне так спокойнее будет. А, вроде бы все. Так, осталось только дело за блоками из камня. Ну что ж, ребята, вот и все. Вот и все, пора отлетать, пора улетать. А еда у нас растет очень даже хорошо, очень быстро, даже не успеваю собирать. Так что я собрал в этот раз побольше камня, потому что мало камня не бывает. Не знаю, лучше его больше, чем мало. В принципе, что-то ненужное будет потом выкинем. Так что ставим сейчас закатчик. Я же сейчас забыл, думал, блин, давайте, да, загрузчик поставим. Блин, да, наверное, все-таки сегодня мы полетим. Я вам обещаю, ребят, сегодня мы в этой серии полетим. Вот, мне нужен бензин. У меня где-то был бензин там. Черт, ладно, давайте сейчас быстренько. Прошу, ребят, прощения за то, что где-то я ошибался, где-то косячил, где-то что-то врезал. Просто, не знаю, второй полет у нас все равно, я что-то волнуюсь, переживаю, что-то все равно, что-то забываю. В общем, за это все равно, ребят, прошу прощения, простите, пожалуйста. Вот, я буду исправляться, бензин мы с собой возьмем побольше. Вы мне, кстати, в комментариях не написали, сколько мне нужно бензина с собой брать. Ну, зальем мы две, два с собой возьмем туда. Я думаю, в принципе, это хватит с головой. Думаю, да, то есть две, надеюсь, хватит, потому что я не хочу где-то... Хотя, знаете, давайте для перестраховки зальем побольше. Если что, мы вычерпаем в конце концов, потому что это все будет достать. Бензин у нас есть, его очень много. Вот, даже много, я думал, больше нафармлю, но надо было заниматься, ну, заводом посильнее бы. Но, ладно, тоже очень хорошо. Все, бензин у нас есть, замечательно, просто супер. Так, там закачивается у нас все это пока дело, так что садимся, можно улетать. Еду я взял, в принципе, из самого необходимого. Я взял все, что мне нужно было. И теперь нажимаем F, смотрим, как оно заполняется. Сюда можно положить какие-либо вещи. Например, булыжник, который, вот, он много занимает места. Положили сюда. Вот, пусть он тут полежит, не знаю, пригодится. В принципе, какие-то такие дела. Блин, так это закрывает, сейчас мы вылезем.
Вот, что еще хотел сказать. Так что побудем там, ребята, побегаем. Наверное, сейчас мы прилетим на Луну. То есть, тьфу ты, на другую планету мы прилетим. Да, пока мы долетим до нее, прилетим. Закончим, наверное, там серию. И в следующую серию начнем именно там выживать и обустраиваться. Вот, ракеты там всякие я сучки взял, факела. Блин, я забыл, да, ребята, это было бы хардкорно, если бы я не взял бы, конечно, с собой кости, чтобы деревья выращивать. Ну, там, в принципе, есть мобы, так что можно было выбить, но лучше я возьму 16 штук, хватит с головой. Айс мне не нужен. Все, вроде бы, да, все. Порох мне тоже. Тинти брать не буду, делать там что-то из тинти не буду. Ну, конечно, лопатка пригодится одна. И меч, господи, я еще один меч сделал, серьезно, я такой, такой я невнимательный, ребята. Ой, блин, надо было... Давайте возьмем. Хотя этим крафтом и не занимаюсь, но все равно возьмем. А где было? Так, иридиевая руда, очень мало их. Глаз, вот из танкрафта. Вот он, замечательно. Книжка у нас есть. Кровать мне брать не надо, там можно свою взять кровать. Этот костный мука, давайте побольше возьмем. 49. В принципе, все, наверное, все мы взяли. Все, что ненужное, я выкинул. Где-то что-то я потерял, может, даже сундук хороший я возьму с собой. Стекло мне не надо, зажигалка. Ну, может, если подпалить только кого-то там, не знаю. Все, да, так что можно отправляться смело в путь-дорожку дальнюю. Вот. С ресурсами вроде бы как все потратил, все, что было. Все, что можно было, сундук, так это останется. Здесь морковку взяли. И пластинка. Что тут делает моя пластинка? Я сюда я тебя уложил вообще, а? Можно бензин счерпать, смотрите, кстати. Ладно, все, ребят, давайте уже лететь. Нет, стоп. А ты закачался? Так, подождите, давайте посмотрим. О, да, он закачался, так что сейчас мы это дело сковырнем с помощью кирочки нашей. Это мы забираем с собой, конечно же, она нам пригодится на... Там? На другой... Итак... Итак, ребят, наконец-то мы можем полететь. Ну что ж, давайте, все готовы, вы готовы? Господи, матушка земля затряслась. Даже сейчас мы полетим просто супер-мега-прям. Так, блин, 10 секунд осталось до отлета. Что же будет? Что же будет? Приключения новые. Господи, я так волнуюсь, что же нас ждет там супер-мега? О, все нормально. Котлёва готовы? Отлету готовы. Поехали. Воу, полетели, правильно говорить. Уии, супер. Блинские ребята, я не ожидал. Никто не ожидал, что мы сегодня в этой серии прям полетим. Блин, я не ожидал, никто не ожидал. Просто супер, мега классно. Лайк за такую неожиданную серию. Просто супер-пупер. Почему я стреляю с ракет? Я не знаю, просто хочется стрелять. Блин, классно. Вау, конечно, сборка немножко влетала, лагала, но все-таки у нас получилось, ребята. Ура! Блин, у меня даже видно, как там кирка у меня из ракеты выглядывает. Ребята, прошу прощения за то, что где-то вылетала сборка, где-то я что-то обрезал. Просто, ну, не все было, не всегда стабильно, так что... Марс! Так, отправиться в полет. Господи, это же новое приключение. Господи, что происходит? Что это за шарики? Что это такое? Надо нажимать пробел, наверное. Что это? Нажимаю пробел, держу. Что это такое? Это так и должно быть? Я не понимаю, что это за бред такой. Это что за шарики такие? Ребята, это так и надо? Ну ладно, в принципе... Ладно, окей. Давайте сразу поставим point на N. Напишем маркер. Так, напишем дом. Так, готово. Все, я телепортироваться не буду. Ну, в общем, вот такой вот Марс. Там уже, в принципе, некоторые вон упавшие эти видны. Супер, а следы остаются? Нет, следы, к сожалению, не остаются. Ну что ж, в принципе, все, ребят, на этом, наверное, серию будем заканчивать. Очень эпическая серия, очень было все круто, супер. Не знаю, слетали просто бомбезно. Вот, не знаю, что тут будет, что это за ракета. Напишите, так и должна это выглядеть. Ерунда.
Вот, будем расстраиваться, уже, в принципе, у нас баллоны отнимаются воздуха, так что, ребят, на этом заканчиваем пока серию, так что, если вы смотрите это видео абсолютно случайно, и оно вам понравилось, нифига себе красота, и хотите видеть больше таких роликов, тогда оставляйте ваши комментарии, ставьте большие пальчики вверх, чтобы вышла новая серия, чем больше лайков, тем быстрее будет новая серия, да и тем более, с каждым лайком вы делаете меня счастливой, это ж так не тяжело, ребята, один клик и... Счастливым делайте человека. Я всех вас люблю, до новой встречи, до новой серии. Будем дальше лутать и выживать здесь. Всем удачи, всем пока, народ. Целую, обнимаю, друзьяшки мои. Почему у меня сапоги на исходе? Господи, это... Майнкрафт. Ладно, все, всем удачи, всем пока, народ. Давайте.